Сегодняшнюю встречу я хотел бы начать со слов Будды. Гаутама Будда – просветленный мастер, который жил 2500 лет назад в Индии. Он сказал: «Ибо сам человек совершает зло и сам оскверняет себя, и сам же он перестает совершать зло и сам же очищает себя». То есть, по сути, в словах этого просветленного мастера содержится послание о том, что мы абсолютно все делаем сами. Мы страдаем, потому что мы что-то сами делаем. И мы счастливы тоже, потому что мы сами что-то делаем. И в этих словах содержится позиция ответственности. Все направления внутренней работы с собой, вообще все направления, они приводят к этой позиции. Научить замечать. Ну вот, допустим, человек говорит, обычно же как вот говорит, ну мужчина говорит, так вот если бы моя жена, вот, ну ладно, там сильно не надо, но хотя бы она вот на стулечко изменилась, тогда бы мы жили счастливо. Да? Но только потому, что она не меняется, а я-то в принципе хорош уже, в общем-то, да? И получается так, что мы очень часто не соблюдаем эту позицию ответственности. И понимаете, так в каждой абсолютно области. Вот если вы в чем-то, где-то замечаете внутреннее страдание, то это связано с тем, что вы не берете позицию ответственности. Потому что, к примеру, если человек чувствует, что, ну, к примеру, жизнь его наказывает, да, он недоволен, он испытывает такие чувства несогласия, и почему? Потому что он не берет позицию ответственности. Он считает, что жизнь наказывает его незаслуженно. И он не помнит, что когда-то, где-то он что-то такое сделал, что теперь к нему возвращается в виде вот такого посыла. И если человек понимает и принимает позицию ответственности, тогда он не чувствует, что это наказание. Он чувствует, что это приходит к нему, определенное событие, которое ему необходимо принять. Это, может быть, даже, знаете, то, что несет облегчение ему. И вот у нас разные возраста здесь, да? И мы обычно в молодости действительно не понимаем, не ведаем, что мы творим. То есть мы живем, насколько мы, жизнь такая всегда в молодости, она активная. Мы много знакомимся, у нас много каких-то событий случается, и мы совершаем определенные поступки в молодости согласно сначала вот тому, как нас научили родители, тому, как мы сами понимаем жизнь, и очень много совершаем, возможно, что-то, что потом мы понимаем, что мы совершили неправильно. Вот почему же потом говорит, так говорила же мне мама там, да? А потом, когда мы сами становимся родителями, мы говорим своим детям, потому что мы-то теперь уже прошли этот путь, да?
А дети нас не понимают, потому что они должны пройти через свой опыт ошибок. И, по сути, получается вот то, что Гаутама Будда говорил в первой части, да, что «Ибо сам человек совершает зло». Вот, наверное, у каждого из вас были ситуации, когда вы обижались на людей и когда вы мстили. Да? И причем ваша месть была, вам казалось, что это праведная месть. Да? Затем оскверняет себя. А вот чем мы можем осквернять себя? Обычно же об этом как-то мы не думаем, а вот мы с вами живем, да? И вот ежедневно чем мы можем осквернять себя? Это же не так, что, знаете, до 15 лет я там осквернял себя, а после 15, значит, что сам, ну или там к 40 я перестал осквернять себя. Нет, мы, понимаете, мы это делаем каждый день. И поэтому мы нуждаемся в развитии, независимо от возраста, потому что развитие не имеет границ. Да, если вы выросли в чем-то, вы развили какие-то профессиональные навыки, но не факт, что у вас развиты человеческие качества. Да, да, вы можете быть профессионалом, но бездушным человеком. Либо наоборот, вы развили какие-то качества, допустим, да, но, понимаете, есть вот некоторые уровни. Допустим, ну вот давайте варианты. Говорите, чем мы можем себя осквернять? Гнев, злость. Вот, злость, да? Обида. Обида. Чтобы выжить иногда, да, мы должны в кого-то плюнуть. Ну, а так все делают. А почему бы нет, да? Все же так делают. И, может быть, где-то по головам пройтись, лишь бы, знаете, самому как-то себя, да, вытащить. Ну, к этому относится. Как-то. Может быть, на кого-то настучать, сходить, кого-то подсидеть. А это же сплошь и рядом. И, знаете, это делают не только окружающие, но и мы с вами тоже. Просто, когда мы такие вещи делаем, наша совесть вытесняет это бессознательное. То есть мы за собой таких поступков стараемся не замечать. Знаете, вот мы проводили группу недавно, ну там люди, которые уже готовы раскрываться, которые, знаете, не стесняются признавать в себе темные части. И оказалось, что, ну да, многие обманывают, но в принципе считают, что они этого не делают. Потому что, понимаете, у нас так устроено сознание, что то, что нам не нравится, мы можем вытеснять. А позиционировать себя мы можем вот так, как какой образ в уме мы сотворили некий. Да? Что я какая? Я порядочная, я хорошая, я мстительная. Да? Необидчивая. И необидчивая. Вот, получается, что вот эти вот вещи, которые мы себя оскверняем, они на самом деле очень банальные. Да? То есть они это ежедневные события, в которых мы каким-то образом реагируем на события. Да? Это наши реакции. То есть это не что-то такое сверхъестественное, что, знаете, куда-то в космос мы отправили и кого-то там зарубили. И вот мы совершили зло, да? Нет. И понимаете, если мы научимся с вами видеть вот такие вот моменты в своей жизни, когда мы себя оскверняем. А осквернить себя не очень-то и трудно, потому что вы все ездите там в автобусах, заходите в магазины, да? И люди вокруг бывают разные, да? Иногда вроде бы, ну, как обычный человек говорит, шла себе спокойно, никого не трогала, да? Нет же, и вот кто-то либо обсчитает, либо наступит на больную мозоль, либо ну, просто оскорбит ни с того ни с сего, да? И вот здесь вот, что буду делать? Совершаю зло сам, не совершаю зла тоже сам, оскверняю себя сам, не оскверняю себя тоже сам, да? Что делать? Что делать? И вот здесь вот... Там что, плюнуть в ответ. Да? Вот смотрите, и вот здесь вот, да, вступает
вот эта вот внутренняя образованность человека, то есть вот это вот внутреннее духовное развитие. Дело в том, что, видите, вот эта вот жизнь, она как испытание нам дается в какой-то степени. И нам дается определенное количество лет, всем разное. И когда мы живем эту жизнь, это, вы знаете, вот не просто так, вот день наступил, и какое-то событие пришло, вот там на вас кто-то наорал или еще что-то. Каждый день события как бы испытывают вас, насколько вы помудрели. Набрались ли вы мудрости? Потому что к старости вообще-то мы не только должны постареть, но еще мы что должны сделать? Помудреть. Да? Но вы же знаете ситуацию, когда человек стареет и только стареет. Да? То есть он снова превращается в кого? В капризного ребенка. То есть он не мудреет. Не мудреет. И вот, конечно, они расплачиваются тоже по-своему. Не мудреть, а просто стареть, это становится дряхлым и беспомощным, впоследствии куском тела, да? Потому что старость – это не радость. А если старость без мудрости – это не радость втройне, да? И вот этот вот момент нарабатывания этой мудрости, он не начинается там в 60 лет или в 40 лет. Он начинается с момента, когда человек просыпается в этой жизни. Вот вам, как вот, говорят же, пробудиться, проснуться. До определенного момента мы живем как роботы. То есть мы живем согласно определенным программам. То есть мы не осознаем, что мы живем, что мы не осознаем, что мы делаем. Мы просто выполняем определенные действия согласно ситуации. Но так или иначе, в определенный момент жизнь нас пробуждает. И мы начинаем замечать. Мы начинаем осознавать ее. И вот у нас есть такое выражение «личная сила». У вас, у каждого из вас сейчас есть определенный уровень личной силы. Ну, или по-другому сказать, уровень осознанности. Осознанность – это что? Это возможность, способность быть здесь, и сейчас. Это же всем понятно. Да? Смотрите, ваши эмоции могут быть вчера или завтра? Нет. Ваши эмоции всегда только сейчас. Ваши телесные ощущения могут быть вчера или завтра? Так же, как и тело, в общем-то? Нет. Телесные ощущения тоже могут быть только сейчас. И вот эта вот способность быть осознанным, это способность, когда вы начинаете осознавать свои чувства, эмоции, осознавать свои телесные ощущения. И когда вы осознаете свои телесные ощущения и чувства, помимо мыслей, вы начинаете становиться более целостными. Потому что обычно спящий человек, непробужденный человек, человек программного типа. Это тот, который, в которого плюнули, он не задумываясь плюет в ответ. Потому что он запрограммирован так. У него не будет никакой доли сомнения, потому что он запрограммирован, он плюнет, он убьет, он отомстит как-то, да? Хорошая реакция у человека. Да. Но постепенно, не сразу. Люди приходят к тому, что у них появляется вот эта возможность подумать, плюнуть или не плюнуть. Вот это вот уже другая степень осознанности. Да? И постепенно человек все-таки развивается, и он понимает, что тем, что он плюнул, он никак не развился. И это, собственно говоря, облегчение-то такого и не приносит.
да, и постепенно люди начинают искать другое решение этого вопроса, да. И вот я уже говорил о том, что развитие идет постепенно, и у развития нет границ, нету пределов.